Крошка Антошка ТВ представляет. Внимание на экран. Один. Два. Три. Четыре. Посмотри внимательно и покажи, на какой картинке робот. Это картинка с обезьянкой. На этой инопланетянин. На этой мальчик. Вот картинка с роботом. Робот – это специальная машина, которая выполняет разные задачи. Им управляет компьютер. Роботы созданы, чтобы помогать людям. Некоторые роботы похожи на людей. У них есть голова, туловище, руки и ноги. И они умеют ходить. Вот и наш робот пошел выполнять свое задание. А мы продолжаем. Веселые задачки. Логика для детей. Ух ты, как много роботов! Кажется, что все они одинаковы, но нет. Посмотри внимательно и найди, кто здесь лишний. Верно! Вот робот, который спрятался. Давай поиграем с ним в интересную игру. Вот наш фиолетовый робот. А вот 6 разных силуэтов. Попробуй-ка найти его силуэт. Вот он. Отлично. А мы играем дальше. Это оранжевый робот. Где его тень? Так. Вот она. Конечно. С нами хочет поиграть и робот голубого цвета. Давай поищем его силуэт. Где же он? Ах, вот силуэт голубого робота. У нас получается. И желтый робот ищет свою тень. Поможем ему? Вот его тень. Верно. Играем дальше. Вот зеленый робот. А его силуэт? Этот. Точно. А у нас остался один силуэт. И красный робот занимает свое место. Ура! Мы справились. Смотри, как весело танцуют роботы. Давай танцевать вместе с ними. Танцуем ручками и ножками. Двигаемся, как роботы. Вот так. О! Придумывай свои движения. Все танцуем под веселую музыку роботов. Вот это да! Это танцевальная разминка роботов. Вот так. Танцуй. Еще. Давай. Прямо как настоящие роботы. Отлично. Ну что ж, мы немножко размялись и играем дальше. Познакомьтесь, это пес-дружок. И он хочет узнать, бывают ли собаки-роботы. Итак, верно или неверно, что бывают собаки-роботы? Собаки бывают разными. Человек очень давно приручил и одомашнил собак. А теперь человек создал собаку-робота. Поэтому правильный ответ – да. Это верно. Действительно, собаки-роботы существуют. Робот-собака – это особый робот, который выглядит и ведет себя как настоящая собака, но сделан он из металла или пластика и электроники. Это не настоящее животное, это машина. Робот-собака может быть и забавным другом, и помощником, и игрушкой для детей. С роботом-собакой можно играть, как с настоящей собакой. Он помогает развлекаться и учиться новым вещам. Робот-собака может издавать звуки, похожие на лай, вилять хвостом и вертеть головой. Это делает его очень милым и веселым. Смотри, даже роботу-собаке нравится, когда его гладят.